Здравствуйте, дорогие телезрители! Давным-давно доказано, что 5-минутная разминка в течение вашего рабочего дня повышает трудоспособность, а также влияет на улучшение самочувствия, удаление головных болей, различных неприятных ощущений в области спины, ног, рук и плеча. Для этого нам нужно сначала поменять исходное положение. Садимся боком, чтобы нам было удобно. Сядьте, пожалуйста, на край стула. Хорошо, поставьте стопы на ширине таза. Выпрямляемся макушкой вверх. Вам сначала нужно выстроить ровную линию позвоночного столба. Лопатки сводим назад и всегда подтягиваем живот, чтобы мышцы живота у нас тоже были в тонусе. Вытягиваем руки вверх. Сначала ровной спиной наклоняемся вниз, переводим вес тела на стопы и отрываем таз от стула, тянемся вверх. Колени разгибаем, корпус остается внизу. Опять сгибаем колени, опускаем таз вниз и выравниваем линию позвоночника. Сделаем это 4 раза. Опускаемся вниз, подтягиваем живот, выпрямляем колени, опускаем таз вниз, садимся и выравниваем позвоночник. После того, как вы сделали наклоны вперед или roll-down, лучше всего встать полностью и потянуться обеими руками вверх. Приподнимитесь на полупальца, чтобы размять голеностоп, потянуть икроножную мышцу, полностью все бедро. И тогда вы будете чувствовать тонус и бодрость в течение всего рабочего дня.